Всем привет! В первую очередь большое спасибо всем тем, кто меня поддерживает. Очень приятно осознавать, что я не одинока в своем взгляде на современную российскую действительность, что я не одинока в этом, на Камчатке. Вот. Не нужно за меня переживать, потому что оснований меня увольнять нет, и я полагаю, что совсем скоро я вернусь к работе на радио, к работе, которую я, несмотря ни на что, люблю. Но, как я понимаю, с этих последних событий для того, чтобы избежать нападок на радиостанцию, свои мысли по поводу того, что меня по-настоящему волнует, свои личные мнения, мне придется все-таки высказывать в своих аккаунтах. Ну а там на радио говорить о птичках, солнышке, любви, смешных новостях, о погоде. В общем, все как обычно. Что касается приматов, то никого я не хотела обидеть. Кошка ведь не обижается, что ее называют кошкой. Так что, если все-таки обидела, то простите. Ну и до новых встреч!